Приветствую вас! Тут небольшая дискуссия у нас возникла по поводу того, что вот учителя мало зарабатывают. Я хотел задать вам вопрос. Ну, я понимаю, вот моего возраста вы учились. У вас, наверное, дети учатся, некоторых. Ну, некоторых вырастет. Вот так вот, так серьезно, так задумайтесь. А вы много встречали хороших учителей? Ну, я, конечно, встречал за свою жизнь, наверное, 2-3. Действительно. Я думаю, сейчас, если вы вспомните своих учителей, то тоже 2-3, ну, может, 4. За всю. Ну, я не знаю, знаете вы учителей своих детей? Это что, просто не знаете? Ну, там, я думаю, та же самая ситуация. Хороших учителей очень много. Ну, так, на пальцах пересчитать. А в основном балласт. Ужасный балласт. Ну, это ж не тайна, что многие люди стают учителя не потому, что не хотят учить. Ну, так сложились обстоятельства. Многие действительно работают учителем, потому что, ну, такая, да, мало платят, но и ответственности особо никакой. Пришел, что-то сделал или не сделал, а потом получил. Да, да, я знаю, что есть многие женщины дают учителя, типа, ну, возле дома, летом отпуск, с детьми, да, да. То есть они не рассматривают работу учителя как работу. Они просто рассматривают, ну так сложились, так удобно. Ну, не знаю, встречали ли вы, но я встречал такого преподавателя, математика, мужчина. Гениально. Он, то есть, понимаете, на него жалобы, наверное, каждый месяц родители писали, ну, где-то 2 такие стопки. И было за что. Ну, представьте, он учитель математики, причем, там такой старый, немолодой. Он, у него была такая привычка, он начинает объяснять новую тему, ну, и формулу какую-то там, и формулы, там, уравнения. Он ее сам развязать не может. Ну, тупо запутывается, все. Потом он говорит, вы там посмотрите в учебниках, а завтра на следующем занятии он мне расскажет. Ну, понятно, он не спрашивал и так дальше. И понятное дело, что когда родители просили, ну, уберите его, ну, это ж бед. Он сам ничего не смыслит, он не может научить, он сам путается. Он умудряется путаться в своих же ответах. Директор говорит, я ничего делать не могу. Почему? А потому что, понимаете, уволить человека, учителя, бездарного, нельзя. Мало того, там же, понимаете, какая получается дурацкая круговая порука. Есть полностью бездарный учитель, ну такой, который вообще. Ну, чтобы его хоть как-то, как бы, ну, оценить, делается открытый урок. Приходят другие учителя, которые должны вот написать критические, что вот, да, учитель неквалифицированный. Дудки. Все пишут положительный. Ну что, все эти учителя, которые пришли на открытый урок, так я же сам не обестал. Они же говорят, да нет, ну если это выгонят, так и нас выгонят. Вот и получается такое. По этой причине, когда они ноют, что у них маленькая зарплата, что у них маленькая пенсия, я всегда говорю, а вы работать не пытались. Понимаете, я же тоже встречал, и вы, наверное, встречали людей, гениальных учителей, ну, действительно, которые могут шикарно учить, но тоже ситуация. Есть действительно учителя, вот опять же математики, которые умудряются с помощью репетиторства, ну вот они объясняют так, что даже самое, ну знаете, вот есть люди, которым ну не дается математика, ну знаете, бывает, ну все хорошо, ну тяжело, есть, да есть, конечно, ну склад ума и так дальше, так они умудряются даже эти, вот слово, натаскать, ну подробнее сказать, натаскать, чтобы они самостоятельно начинали развязывать задачи, самостоятельно начали решать формулу. Это чудо! У них это получается. Да, они за это зарабатывают. Я так понимаю, причем я знаю некоторых людей, которые сейчас, ну, знаете, сейчас же можно сделать курсы, и они действительно поняли, что школа это диетизм, кретинизм. Ну, не учителя. Только, ну, они сделали курсы, да, они, конечно, платные, не бесплатные. Ну, знаете, подготовка к ЗНО и так дальше. Он говорит, да нормально, он машину новую купил, квартиру купил, все работает. То есть, если учитель хороший, у него не может не быть клиентов, не может он не заработать. Ну просто не может, потому что спрос колоссальный. Вы понимаете, что если это классный репетитор, там желающих, во! А если он бестолч, он сидит в школе, ноет и рассказывает. Как же обижают нас. Да вас сам Бог, шею гнать надо. Поэтому, когда предлагают разогнать, закрыть школу, я за. Ну, это такой гадючный. Ребята, такой гадючный. Столк никакого. Не, я понимаю, что дети хотят развлекаться. И действительно, что вот,
родители, посмотрите внимательно, ну, я понимаю, нет, я понимаю, что это такое, я даю совет, привет, но посмотрите на, ну, как бы задачи или какие, ну, там, решения или какие эти вот вашим детям, учителя, посмотрите внимательно, задумайтесь, тем более сейчас интернет можете проверить, вы увидите, сколько там балласта, глупости, ошибок, бреда, боже, что же они учат? А ваши бедные дети вот эту гадость еще пытаются. Другое дело, что вот такая бестолочь чаще всего, ну как, ну и ставить оценки на лоб. Какая разница, они сами черта не учат эти оценки. А потом удивляются, вот у нас, конечно. Вы думаете, почему у нас действительно очень многие не хотят сдавать тесты по математике? Да? Ну, и не только по математике, по физике, по химии. А как? Если я уже про это самое, нашу любимую историю молчу, там где вот такое вот. Так что есть такая ситуация, ребята. Напоминаю, подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, ну, чтобы все новые видео вам приходили. Благодарю за внимание, пишите хорошие комментарии. Пока!